Российская фигуристка Александра Трусова в своем телеграм-канале опубликовала новую фотографию с Марком Кондратюком с совместного отдыха в Дубае. На фото пара обнимается на фоне небоскреба Бурдж-Халифа. Если кто-то до последнего сомневался в статусе отношений Александры Трусовой и Марка Кондратюка, то вчерашние посты фигуристов должны были эти сомнения окончательно развеять. 17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, а 18-летний Кондратюк на играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала совместную фотографию фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка. «Коты любимые», — написала Медведева в комментариях к фото. Сейчас Александра Трусова и Марк Кондратюк находятся на отдыхе в Дубае. Грузинская фигуристка Алина Урушадзе поделилась мнением о результатах российского фигуриста Марка Кондратюка. Напомним, Урушадзе и Кондратюк вместе занимаются в московской СОР ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. «Конечно, мы все желали удачи накануне, писали добрые слова. Немного в шоке от его результатов, в хорошем смысле слова, просто неожиданно», — улыбается. «После победного чемпионата Европы мы все вместе встречали Марка и Светлану Владимировну шариками, плакатами, хлопушками. Рада, что наш Марк стал намного увереннее в себе и продолжает развиваться», — заявила Урушадзе. В прошлом сезоне 18-летний Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом, чемпионом Европы и чемпионом России.